И сегодня как раз мы получили новые вакансии в отельной сфере, и сейчас мне хотелось бы их озвучить. В отельной сфере высокие зарплаты в Праге, так как в Прагу, в Чехию приезжает большое количество туристов, и работа в отельной сфере очень востребована. Это гостиницы, это рестораны и все сопутствующее с этими услугами. Итак, первую вакансию, которую мы хотели бы предложить, это официант-официантка, как для мужчин, так и для женщин. Это обслуживание завтраков, ужинов, банкетов. Подойдет русский язык, если умеете чешский язык, хорошо, английский еще плюсом. Вот, следующая вакансия, официант-официантка, тоже и для мужчин, и для девушек подойдет. Это для рум-сервиса, то есть обслуживание гостей в номерах. Заказ завтраков, обедов, ужинов, различные предоставления услуг, которые есть в гостинице, в отеле. Русский, украинский, английский, чешский язык будет уместен в этой работе. Зарплаты высокие. Портье, помощь гостям с багажом до номера, из номера, коммуникация с гостями, языки русский, чешский, английский также подойдут. У нас каждую неделю будут новые вакансии, мы с вами будем встречаться еще в новых видео. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами и будьте в курсе предоставляемых вакансий. Всем пока!